Легенды Крыма. Мыс Ильи. Феодосийская легенда. Чем ближе к Ильину дню, тем ниже нависают облака. Душнее становится воздух и чаще ночные грозы. А в Ильин день затемнятся облака, забегают змеи молнии и треском громовых раскатов напомнит о себе пророк. Беда попасть тогда в море. Хорошо, если только сорвет снасти. Иной раз закружит судно, швырнет на скалу и щепками выбросит у мыса Ильи. Помолись, моряк, на церковь пророка, не случилось бы несчастья. А видна та церковь с большой дали, хотя и невелика она, такая, какие строили в давние времена. В те времена, когда верили в верхнюю силу и знали свою слабость перед нею, хотя и были смелы, пожалуй, смелее, чем теперь. Не выдумали люди, что Илья, сын Тамары, построивший церковь в открытое море, ходил на дощанке. А когда стал богатым и завел свой корабль, в самую страшную бурю не боялся оставить гавань и в декабрьский шторм поднимал паруса. Но раз случилось выйти под пророка Илью, освирепело в тот день море, озлились небеса и попрятались люди в жилище. А Илья Тамара поднял сразу флакос и тринесту, и белой чайкой унесся волну. Кто рискнул бы сделать это теперь? Разве сумасшедший? Далеко ушел Тамара в море, не стало видно берегов. Не знал он опасности и не верил в рыбачью сказку об Илье. И молния, и гром от облаков. И когда подумал так, накатился на судно вал выше мачты намного мэр. «Вас-то, Тимони, клади руль!» — крикнул Тамара рулевому, но оторвался руль, и понеслось судно по воле ветра к береговой скале. Понял Илья, что близка гибель, и в испуганной душе шевельнулось сомнение, не карает ли его пророк за неверие. И в ту же минуту пронесся с севера на юг громовой раскат. И над мысом, где теперь церковь Ильи, в пламени и тысячах искр опустилась огненная колесница. «Илья!» — воскликнул Тамара и подумал в душе. «На том месте, где видел его, построю ему церковь. Хотя бы пришлось для этого продать корабль. Матим бестим! Своей верой клянусь в том!» Не успела остыть эта мысль, как примолкла гроза, и ветер с берега погнал волну в море, а с нею и Тамарин корабль. «Баста, Тимони!» — прозвучало над Тамарой чей-то грозный голос, и увидел себя Тамара, стоящим у руля, который, подплыв к судну, встал на свое место. К вечеру достиг Тамара Сугдеи, сдал товар и, нагрузившись новым, вернулся в Кафу. Не рассказал, однако, никому о случившемся. Пожалел продать корабль и решил заработать прежде больше денег и тогда построить храм. Сначала решил так, но вскоре передумал. Не может быть, чтобы все это случилось, просто приснилось. Колокитья! И успокаивая себя так, он со временем забыл о своей клятве. Все шло хорошо. За десятки лет ни один из кораблей его не потерпел крушения. Илья Тамара стал богатейшим купцом Кафы. Однако в душе, помимо воли, жило что-то, что напоминало о случае в молодых годах. Не любил Тамара смотреть на гору, где было ему видение, и избегал выходить в море под Ильин день. Но однажды, незадолго до этого дня, пришлось ему возвращаться от Амастрицких берегов. Да будет благословенно имя Георгия, патрона той страны. Попутный ветер резко нес корабль, и вдали стали уже синеть Таврские горы. И вдруг сразу стих ветер, точно смело его с моря, и корабль попал в мертвый штиль. Больше всего боятся его моряки, но наступал Ильин день, когда по всему понту носится ветер, и Тамара спокойно лежал на корме. Он подсчитывал барыши и, кончив подсчеты, улыбнулся торговой удаче. Не нужно быть знатным, не нужно быть ученым, чтобы хорошо жить. Нужно только быть умнее других, чтобы пользоваться их глупостью. Алю полунди грамата, алю полити гносис. Скверная мысль, сказал кто-то в душе его, и вздрогнул Тамара.
поднялся с ложа и посмотрел на берег. Оттуда медленно двигались тучи, и зорница сверкала зловещим глазом. Побежала по морю предветренная рябь, а за нею береговик погнал волну. Корабль поднял все паруса и взял нос на восток, где была Кафа, но, попав в странное течение, не мог далеко уйти. А ветер быстро крепчал, недобрым шумом гудело море, воздух шипел и свистал, завывая. Не выдержала порыва главная мачта и обломилась. Плохо дело. И в последнем сумеречном свете увидели гору, где когда-то случилось видение. Вспомнил о нем Тамара и смутился духом. Настала тень, нельзя было видеть своей руки. Ливень заливал потоками палубу. Волна била через борта, и в трюмах показалась течь. Истрепались в клочья штормовые паруса. Не слушался корабль руля, как гнилая нитка. Оборвалась якорная цепь, когда нагнала корабль к берегам и попытались бросить якорь. Одно чудо может спасти. И молили люди о чуде, умоляли Илью смягчить гнев, обещали весь первый улов отдать на свечу ему. А Тамара упал на колени и в сердце своем поклялся исполнить, что обещал когда-то в своей юности. Огненная молния рассекла небо, опалила воздух, озарила корабль и скалы, среди которых он носился. В последнем зигзаге скользнула по мачте и загорелось сиянием впереди судна. Кто-то грозный и гневный поднял над кораблем руку. Сверкал молниями его взгляд, в бешеном порыве рвалась борода, готовы были открыться уста для гибельного слова. «Элейсон и мас кирие! Помилуй нас!» Опустилась рука проклятия и указала погибавшим путь спастись. В стороне зажглись кафские огни и потухло сияние. Как убитые заснули дома корабельные. Не заснул только старик Тамара. Стоял у городского храма и шептал слова тропаря. «Почитающих тебя, Илья, исцели!» Стоял всю ночь, и утром нашли его там же. Не узнали его, так изменился он. Покоем величия дышало лицо, и близостью неба светились глаза. И когда через год иконный мастер писал образ пророка Ильи для нового храма, который построил на горе Тамара, это с него он списал лик пророка. Оттого не видно гнева в пророческих глазах, и нет страха, когда смотришь на икону. Умер Тамара большим стариком, и под конец дней избегал говорить о пережитом. Но люди читали об этом в чистом взоре его, ибо взор души человеческой проникает часто глубже, чем подсказывает речь.